Гравюра «Четыре всадника апокалипсиса», иллюстрация к шестой главе книги Откровения Иоанна Богослова. Все четыре всадника являются олицетворением известных библейских образов. Первый лучник – это победитель. Всадник, занесший над головой меч, символизирует войну. Третий их спутник – голод, держит в руках весы. Четвертый всадник – это смерть. Всадники возникают из густого мрака, который надвигается на землю, что всадники, посланные небом, показывают стрелы лучей. Остроконечный колпак, широкополый халат, изогнутый лук у первого, четвертый всадник, которому имя смерть, полуобнаженный старик с разверстным в крике ртом и горящими глазами. Он восседает на костлявом коне. Вслед за последним всадником ползет по земле чудовище с открытой пастью. Кони надвигаются неотвратимо. Кони трех всадников с подковами, металлическим цокотом звучит их галоп, четвертого коня художник оставил некованым. У его поступи костяной звук, всадник смерть отпустил веревочные поводья. На его коне ни седла, ни стремян. Всадник с устремленными вперед безумными, яростно округлившимися глазами конем не управляет, а конь этот, припадая на разбитые копыта, неотвратимо надвигается на людей. Под копыта коня попадают поверженные ужасом бюргер, крестьянин, горожанка. Они не пытаются сопротивляться. Страшная кавалькада едва вмещается в лист. Так создается ощущение, что она стремительно проносится мимо наших глаз. Движутся всадники, вслед за ними надвигается тьма, пожирая свет, который еще виднеется на горизонте. Тьму можно бы изобразить сплошным черным пятном, но тогда оно останется неподвижным. Дюрер создает мрак, тесно сближая почти прямые, но колеблющиеся черные линии. Они рождают не просто тьму, но тьму движущуюся. Стремительная горизонтальная штриховка служит фоном для коней. Тьма обгоняет их, увлекая за собой. Стрела на луке, взмах меча подсказывают направление скачки. Кони по-разному вытягивают шеи, напрягают поводья, прядают ушами. Каждая пара ног дана в другом положении. Возникает образ скачки, столь выразительный, что, кажется, слышен топот коней. Чувствуешь, художник сам сидел в седле, держал поводья, пришпоривал коня, слышал, как на галопе свистит ветер в ушах.